Аплодисменты. Участники концерта, я уже обращался с этой трибуны и проводил мероприятие, может быть, более для меня привычное торжественное заседание ученого совета, которое я ежемесячно провожу в ВУЗе. Но, тем не менее, я с удовольствием открываю наш праздничный концерт, только я хочу здесь немножко о другом сказать. Что, конечно, 80 лет военмеху – это очень серьезная дата, дата, за которую военмех разросся от маленького оборонного вуза до технического университета, обеспечивающего комплексные вопросы безопасности. Но за время существования военмех был известен не только как образовательное учреждение. Мы давали огромную воспитательную функцию, известны традиции военмеха, лозунг военмеха, дух военмеха, культурно-воспитательная работа в военмехе. И вот, мне кажется, тот настрой, который сегодня был и на ученом совете, и сейчас царит в ВУЗе, он как никогда отражает основные традиции военмеха, помогать друг другу, решать сложные задачи. И все это немыслимо без тесного общения выпускников военмеха, без каких-то концертов, художественной самодеятельности. И традиционно в военмехе всегда была очень сильна именно культурно-воспитательная составляющая. В военмехе существовало и существует и студенческое конструкторское бюро, и различные в области науки. Существует военная кафедра, военный учебный центр, который обеспечивает серьезное воспитание и немалую роль играют в формировании облика будущего выпускника. Существует замечательная кафедра физвоспитания, которая открывает различные секции, в котором мы тоже воспитываем дух будущего руководителя производства. И существуют прекрасные художественные секции, самодеятельность студенческая, которая тоже играет существенную роль. И тот концерт, который вы сегодня увидите, он тематически связан с историей военмеха. Я думаю, он нам всем очень понравится. Мы вспомним те старые годы, у кого они, у всех они разные. Посмотрим будущее военмеха. Но все-таки этот концерт должен сплотить всех наших выпускников военмеха, нацелить на выполнение будущих всех планов и помнить, что военмех был и остается вузом с девизом «Военмех лучше всех». Я еще раз поздравляю и желаю удачного настроения вам. Спасибо.